Сейчас я смс-очку зашлю. Ты же в курсе, да, что это на видос можно снимать? Ну да, но я буду скринить. Я просто говорить это все хочу. Я могу это все записать и тебе просто скинуть видео. А, можешь и так, но просто я не знаю, как оно с моей стороны, что не пишется, допустим, вот этот момент, что сейчас. Не знаю, ну если прокатит, то прокатит, ладно. Я просто что не пишу, у меня 63 гигабайта осталось, сейчас я... Ну я запишу, я тебе скину, Крис, мы все равно будем сидеть болтать все это время. Окей, так тогда надо звонить, по идее, а не смс-ку писать, или пойдет смс-ка? Да, смс-ка пойдет, у меня же телефон-то рядом. Ага, я понял, тогда что, и когда я приду, мне тогда не в РП-чат, а просто в голосовуху рассказывать? Да ты можешь мне на самом деле позвонить, спросить, кто там, что там. Не, я понял, я говорю, когда я именно уже приду в живую, я... Да, голосовую. Окей, тогда все, ладненько. Ну тогда ладно, я уже смс-ку начал писать. С смс-ки продолжим. Привет, Алексей. Привет, приветствую. В общем-то, у меня с собой все папочки, все документы договора и анкета с алкогольным. Вот я присяду, и сейчас все обсудим. Да, садись, ничего себе, ты быстрый, конечно. Да, я тут недалеко в парке прогуливался. Можно. Еще что-нибудь желаете? Давайте бургер один. Так, ну, рассказывай все. Ну, значит, что, я, как бы, по совместительству владелец алкогольной компании, производящей элитный алкоголь, виски, вина и разные, в общем-то, напитки на весь вкус. У меня ассортимент велик. Вот, как бы, я узнал буквально недавно, что вы стали новым владельцем этого ресторана. Вот, я решил вам предложить свои услуги поставки элитного алкоголя. Ну, дело нужное, в принципе. Вот. Давай тогда сразу пару деталей. Первое, кто будет заниматься поставкой сюда, мы или вы? Поставкой будут заниматься мои работники, у нас все уже налажено, машина есть. То есть надо согласовать только время, дату и какие виды алкоголя вы будете заказывать, и все. Ну смотри, мне из алкоголя, в принципе, нужно пиво, мне нужно вино и, наверное, еще
наверное, коньяк. Этого точно. Значит, смотрите, я передам вам сейчас анкету. Там все виды алкоголя, которые мы предоставляем, там их более сотни видов. Вы просто ставите галочку, какую вам надо. Ценники там все указаны за опт и за розницу. Вот, как бы ставите, сколько вам надо и какой алкоголь. Сейчас передам человеку напротив анкету. Так, возьмем у человека, значит, анкету, достану из внутреннего кармана пиджака ручку, положу анкетку на стол. Так, сейчас будем ознакомливаться, что тут есть. Да, у вас, конечно, перечень я большой. Я поставил на столик, получается. Давайте вот так вот. Спасибо вам большое. Сейчас принесу бургер. Серго! Да-да. Слушай, а принеси мне американо, пожалуйста. Так, давайте тогда сразу заказик сделаем. А можно мне тоже кофе? Я думаю, экспрессо пойдет. Так, получается, один эспрессо, один американо. Еще что не желаете? Нет. Притащите скейк, слушай, меня на сладенькое пробило. Хорошо, вас понял. Угу. Через пару минут будет. Спасибо. Так, значит, начну сейчас ручкой, значит, на бланке отмечать нужные виды алкоголя. Так, ну, галочки проставил, все, в принципе, ручку убрал обратно в внутренний карман пиджака, отдал, значит, бумагу Алексею. Забирай. Взял анкету у Маркуса, а после чего положил свою папку. Так, значит, пиво, два вида, три вида вина и коньяк. Окей, все. Сейчас быстренько я посчитаю, сколько, в общем-то, выйдет за одну поставочку. Так, в общем-то, я примерно прикинул, это примерно, я как бы полную цену не знаю, там еще менеджеру своему передам, он с вами свяжется, уже когда будет сама поставка, там будет смета, вам передадут смету, в смете будет все прямо достоверно расписано, так как как бы я полностью наизусть все не знаю. Вот, примерно это все выйдет около 20 тысяч долларов. Вполне себе. Вполне себе. Так, сейчас я достану из папочки свой контракт, после чего передам его Маркусу на подпись. Ну, так, взял Алексей, значит, контракт, начал ознакомливаться. Там в контракте есть место, где вы указываете, на сколько хотите месяцев подписать его. В общем-то, да, решение за вами. Да, сейчас зайду. Ну, я думаю так, давай сейчас на месяц, а там, если понравится, уже на долгосрочную перспективу это подпишем. Да, без проблем. Давай тогда опять выну сейчас из внутреннего кармана пиджака ручку, положу, значит, контракт на стол, укажу, значит, срок поставки на один месяц, поставлю свой... подпись, уберу ручку обратно, Алексею контракт передам. Взял контракт, после чего переложил себе его в папку. Отличненько. Давно работаете? Да, достаточно недавно открылись, но уже как бы наладили за первый месяц, уже есть первая прибыль. Так, вот получается ваши кофе. Сейчас, секунду. Благодарю. Я их как бы поставил на стол, но они как-то неровно встали. Вот. Маркус, ваш чизкейк получается. Вот. А что-то вы еще заказывали вроде или больше ничего? Да нет, да, кофе чисто. А, понял, значит, бургер еще молодому человеку забыл отнести. Давай, клиенты зовут. Я сейчас вообще думаю, на самом деле, знаешь, что надо сделать? Это свою курьерскую службу. Вот, как раз алкоголь, он тоже хорошо, думаю, надо будет всякие праздники там делать, мероприятия. Почему бы нет? Ну, почему бы нет, хорошая идея. Вот, когда вам будет удобнее поставку первую алкоголя сделать, через неделю или, допустим, сейчас? Прошу прощения за ожидание, вот ваш... Слушай, наверное, на следующей неделе, если бы вы поставили это где-нибудь во вторник, было бы вообще хорошо. Я тогда как раз рабочих подгоню, это растормошу, чтобы на склад это все сразу загрузили.
Возьмите Приятного лишнего. аппетита. Тогда во вторник нас Спасибо большое. ожидайте около 2 часов дня. Все, не вопрос. Так, возьму кофе со стола, начну пить. Так, хорошая идея, взял кофе со стола, после чего попил. Кстати, вкусный у вас кофе. Спасибо большое. Ну, все-таки как бренд специализируется. Ну да. Слушай. Надо будет к вам почаще заходить за кофе. Да, милости просим. У нас он вообще акции. Берете 2 кофе с собой и эклер в подарок. Спасибо. Слушай, я знаешь, что, кстати, только что подумал? Может, мы с тобой заодно как-нибудь объединимся в плане организации праздников? Допустим, люди там будут отмечать свадьбу, еще что-нибудь, да, какие-нибудь мероприятия. От нас там, допустим, сладости, еда и прочее, мы говорим то, что вот люди еще хотят там алкоголь, говорим вам, а вы его от себя уже привозите. Хорошая идея, я всегда за хороший союз. Надо будет это тогда ближе к делу обсудить. Да, можем куда-то собраться, это все обсудить за хорошие чашечки кофе. Ну и сладенько. В общем-то, я думаю, давайте пожмем руки в честь нашего контракта. И я пойду дальше прогуливаться по парку. Да, хорошо, сейчас чашку с кофе только на стол поставлю. Поставил час на стол. Все. Все. Приятно иметь дело. До встречи на до работе. До вторника. Да, ну или на работе, да. И до вторника на подставочке. Взял кофе, после чего пошел к выходу. До свидания. Все, до свидания.